2025 год идет! Сегодня я, надеюсь, и вы все со мной. Идем на открытие новогоднего сезона 16 ноября 2024 года. И мы идем смотреть с вами елочку. Открытие елки в парке Magic City, город Ташкент. Уже пахнет Новым годом. Новый год 2025 приближается скоро. Как-то так все быстро. Парк. Если детки устали, можно взять вот так вот вместо коляски. Фан для детей, фан для родителей. Очень здорово, что несмотря на то, что парк детский, все же представлена красивая архитектура Узбекистана в мини, конечно, но это очень здорово придумано. Открытие новогодней елки. Она уже стоит, но еще не зажжена. Это будет буквально через, по-моему, 5 или 7 минут. Надеюсь, что все-таки здесь, а не там, где национальная площадь. Это Самаркандская. Потому что что-то здесь мало народа.
2025 год идет. Конечно, большой, много очень таких там отсеков, но мы пришли за открытием новогоднего сезона. Просто это были фонтаны, а оказывается, надо еще подождать нам до 8 часов. И я решила прогуляться до гондол. Но они только днем здесь возят, поэтому пойдем обратно. Туда, наверное, там деткам будет интересно. Ну, как-то так. Вот она елка, которую должны зажечь. Вероятно, надо будет пойти посмотреть, где что. Наверное, надо идти
на музыку. Где услышу музыку, там, наверное. И там уже, по-моему, началось опять все действие. Идем на выход.